Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Надзуна, послушай меня. Га, единственный выходной, мать вашу, идите нахуй. Похоже, то у меня все-таки был друг. Один. Это просто охуенно. Возвращайся, как с делишками покончишь. Без твоего тела мне тут никак. Да без моей крови тебе никак, ненасытная. Да ладно тебе, я же не против. Ты что ли свою каждую шуточку смакуешь, а? К другой девушке собрался, да? Я обо всем разузнала. Ну, нет. А в меня... Втюрилась, что ли? Если так, то... А? Что? Кто это? Вот какие ты делишки за моей спиной проворачиваешь. Злиться! Злиться же! Вот же! Что делать? Что делать? Что же мне? Что делать-то? Неужели у тебя тут шуры-муры намечаются? Шалунишка, вот это да! А, не переживай, милочка. Я тут только за его телом. Не волнуйся, не украду. Да что ты несешь? Емори, я не против, конечно, что ты в школу не ходишь. Но вам не стоит играть во всякое такое. Да нет, все не так! Ты слышал, Ко? Назуна, прошу, помолчи! Мне нужно лишь его тело. Захлопнись! Тебе нравится эта девушка? Хорошенькая. Так смущает, когда она это говорит. Все покраснело. Да уж, не оставляешь выбора. Ко, встань на минутку. Зачем? Я покажу тебе. Смотри внимательнее. Постой, сейчас! Меня засосала опасная трясина. Вкусно! Может, по пивку, ребят? Ну уж нет. Какие же вы скучные. Несовершеннолетним нельзя пить алкоголь. Что это с тобой? У тебя кровь. А, да споткнулся вот. Бедняжка мой. Надо осторожней. Увидимся завтра, дружочек. Надзуна, друзья же обычно не целуются. По-братски целуют, понял?